Вот такой вот милый мышонок серый. У него вот такое вот личико серое, вот такой, сейчас наведу, красный носик. Вот он тоже немножко отсвечивает, но он не должен отсвечивать, но на самом деле он у меня как будто не отсвечивает, а когда смотрю так, он немножко сияет. Я не знаю, с чем это связано, но у него вот такой красивый красный носик. Глазки у него вот такие черные. Вот. Немножко у него ушки. Вот. Немножко ушки вот сложены вместе. Поэтому тут как бы конкретно показывать не могу. Можно ушки сломать, ушки. Вот. Так вот выглядит. Это, кстати, красиво сделано, такой материал необычный, вот. А, кстати, тут может быть местами немножко светлый цвет, поэтому вот так вот кажется, что она сияет. Это она такого цвета и есть. Я не знаю, как этот цвет правильно называется, вот. Но у нее такая красивая на спине, вот. Шерсть, вот. Что хочу отметить. Что она прям сияет так красиво, вот у нее вот такой вот хвост, хвост очень красивый, вот такой, ой, вот так вот покажу, очень красивый, вот такой, вот так у нее выглядит лапоньки, вот такая вот у нее животик. Животик у нее вот такой вот красивый, вот. Но он так не блестит, как некоторые, поэтому вот он вот такой, какой есть, вот. Лапки, вот. Животик это вот такой вот, какой я есть, поэтому показываю вот так, как есть. Кстати, хвостик он сделан так же самое, как и лапки, и животик. Потом хвостик. Хвостик не отблескивает тоже, но вот такая вот мышка очень красиво смотрится. Вот. Поэтому кому понравилось, думаю, понравилось, потому что она не могла просто оставить равнодушными зрителя и не понравится.